В этом видео Акстар, Тима Мацони и Даша Васаби вжарят на улице. Посмотрим на бомбическое выступление, реакцию людей и то, сколько они заработали за час. Увидим вместе с тобой. Приятного просмотра. Ребята, всем привет. Знаете, что мы сегодня делаем? Мы снимаем супер крутой видос, эксперимент, сколько заработает битбокс, гитара и вокал за один час. Перед началом просмотра этого ролика обязательно поставьте палец вверх и напишите приятный комментарий, а обязательно досмотрите его до конца, чтобы понять, сколько же мы сможем заработать. У нас будет несколько локаций, и также обязательно подписывайтесь, стоп, обязательно посмотрите видео на канале Тима Мацони, я там тоже есть, это супер коллаба, вам точно зайдет. Прямо что... сейчас также выходит одновременно вместе с после этим просмотра этого ролика бегом к Тиме, ну а также подписывайтесь на наш инстаграм, вот здесь где-то, да? Здесь, да? Здесь появится наш инстаграм, чтобы не пропускать информацию о выходе крутых роликов у Пашка, у меня, Даша тоже снимает каверы, поэтому обязательно подписывайтесь на нашу инсту. А после видео вы там офигеть, я там пушку для вас приготовил. В общем, если тебе нужно организовать что-то музыкальное, какое-нибудь музыкальное оборудование, если ты начинающий музыкант, то тебе в Сохранов Фест, они предоставили нам оборудование. Большое спасибо, Сохранов Фест. Ссылочка тоже вот тут появится. Где-то в описании, все. Спасибо, сейчас снимаем пушку для вас. Обязательно досматривайте до конца, лайки, комментарии не забудьте. Обязательно. А также Паша забыл упомянуть то, что если вы просто хотите организовать праздник, эта организация вам поможет. Да. Поэтому не забывайте. А можно как Акапулько? Погнали! Короче, идем снимать видео. Снимать видео волнового Акстара. Смотрите, какой штучек, на котором мы сидим. Ребята немного волнуются. Все волнуются. Как вы считаете, сколько мы сейчас сможем заработать вот таким способом? Гитара, вокал и битбокс. Напишите в комментариях, реально, сколько думаете, мы заработаем за час? В общем, мы столкнулись сейчас с такой глобальной проблемой. Мы не можем подконнектить вот это вот оборудование для того, чтобы просто сделать для вас крутой контент. Люди очень вредные и боятся. Так что, надеюсь, сейчас у нас получится это сделать. Мы наконец-таки нашли питание. Короче, надеюсь, все получится, пока ничего не получается. Нет, нормально все будет. Мы нашли питание, мы сейчас коннектимся. Отдельное спасибо Славе с этого магазина. Не знаю, что за магазин, но в любом случае ему спасибо. Большое количество взрослых, пожилых людей нам отказывали без разговоров, без объяснений, и это очень обидно. Мы же просто хотим сделать крутую музыку. Ничего вроде запрещенного мы не делаем, Паш, почему-то, да? Почему-то никто не соглашается на классную музыку, хотя мы очень стараемся сделать. Нет. Заметили, да, Тима захватил мой канал, он вообще инициативу все взял на себя, как так? Я хочу тоже, у меня экранного времени не хватает на моем же канале. Тут помимо нас есть еще другие люди, которые тоже так же занимаются торговлей. Сейчас попробую, как говорится, договориться, чтобы все было чинно благородно. Если ты купишь у них грибов на 500 рублей, а они твои. Понимаете, сегодня в роли оратора и договорщика у нас Тима, потому что мне никто не верит, а мелкий, типа, что тебе надо? А мне очень верят, как-то с железками во рту отходит чувак. Здрасте, я дико извиняюсь. Мы немножко сейчас здесь на гитаре поиграем, буквально 30-40 минут. Не будете против? Чуть-чуть прям пошумим, поснимаем реакцию. Все равно. А как вас зовут? Если хотите, можете тоже в ролик сказать. Спасибо вам огромное. Ну вот видите, оказалось все гораздо легче, чем я думал. Договорились. Я не знаю. Я думаю, мы даже сейчас грибочков купим, нормальных, обычных, лисички там, опята, да? Я здесь больше. Да, мы тихо, мы прям чуть-чуть, не переживайте. Да. Я не переживаю, они просто выходят. Так, вы не бойтесь, мы аккуратно. В общем, сегодня у нас охват районов такой. Площадь Мужества и Девяткина. В центре, к сожалению, не удалось нам ничего снять, так как нас чуть не вытурили оттуда. Благо, просто вытурили, если не задержали. Так, мне нужна картонка для... Ну, вы поняли, для сбора, так сказать. Здравствуйте, я хотел узнать, у вас не будет лишней картоночки, не нужно? Обычная картонка просто, нам надпись нужно сделать на ней. Спасибо, спасибо огромное. Я намутил картонку. Сейчас напишем тут на мечту. Да. Я думаю, можешь написать на продюсера, нет? Надо прям такими большими буквами. Блин, ну картонка не очень большая. Ну блин, ну какую намутили, такую дали. Здорово, пацаны. На продюсера? На мечту будет лучше. На мечту, да. Если чел вырубит, да, музыку? Ну подубают, наверное, да? Немножко подубаем. Отлично. Мечта же просится через Е, да?
Мечту, мечта. На мечту напиши. Зачеркнуть это? Все, отлично, отлично. Я надеюсь, ребята, очень получится все. Я очень надеюсь. Я думаю, что минут 30-40 мы минимум сейчас здесь будем бомбить, если, конечно же, не прилетит ближайшая жалоба на нас. Как ты считаешь? Прилетит. Молодец. И мне нравится, что он оптимист. Я с этим человеком общаюсь. Ребят, я украл камеру Тима. Пока он не видит, а то он взял всю инициативу на себя. Мы снимаем тут видосик. Ребят, напишите, как думаете, сколько мы заработаем денег за то время, пока мы тут стоим. Вон Тима стоит, угорает. Короче, сейчас протестим, сколько мы заработаем. И, в принципе, у нас пушечный репертуар. Я думаю, получится очень круто. Что, у нас первый сигнал есть. У Паши подсоединили гитару, он довольный. Сейчас будем бомбить. Ну, не в такси, а этот. Битбокс, гитара, вокал. Так, ребятки, уже близимся к финалу. Близимся к финалу практически, к финалу начала ролика, да, мы практически уже отстроили оборудование, отстроили гитару Пашку Акстару. Дашке сейчас отстраиваем микрофон, и я надеюсь, я не буду глушить своим пердежом прекраснейшей композиции. Сейчас мы будем бизнес открывать. Вам нравится, ребят? Спасибо.
Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы будем делать все, пока не хочешь на полставки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы будем делать все, пока не хочешь на полставки. Здравствуйте, извините, можно на минутку вас? Да, что? Можете показать экранное время на вашем телефоне? Сколько вообще в среднем вы проводите в телефоне? Вот экранное время. Инстаграм 11 часов, ТикТок 6 часов, ВК 5. Зачем? Это можно узнать? Это просто опрос. Спасибо большое. Инстаграм 2 часа, ВК час. Ну, в принципе, Инстаграм 2 часа, ТикТок час. И сколько у вас таких приложений есть, которые вы ежедневно сидите? Три. В основном просто для развлечений. Понятно. Спасибо большое. То есть в среднем у вас где-то 3-4 приложения, которыми вы пользуетесь каждый день? Да, конечно. 9 часов, ВК, Ютуб, Инстаграм, Зум. Ну, Зум это хорошо, кстати. Телеграм 9 часов, ВК 3 часа, дурак, 3 часа, Ютуб 3 часа. Ну, понятно. То есть как ты думаешь, сколько примерно приложений ты используешь? Судя по этому, не знаю, ну 5-6. По вашему мнению, сколько вы времени проводите с пользой в телефоне? Почти половина, наверное, то, что у меня работа с этим связана. А, то есть не половина времени что-то с развлечениями связано? Ну да, YouTube, Instagram и тому подобное. Понятно. Вы бы хотели видеть такую какую-нибудь социальную сеть, где были бы только развивающие видео, только полезный контент? Не знаю, сложно представить себе такое, чтобы это можно было как-то использовать. Понятно. Ладно. Спасибо. Ну, в Инстаграме просто... Развлечения? Ну да. Я понял. Сколько у вас приложений примерно, которые вы используете для развлечений? Так, ну, наверное, в районе 7-6, не знаю, 8. Понятно. По проведенными нами опросам мы видим, как много люди тратят времени на абсолютно бесполезный деградирующий контент. В среднем люди используют 5-7 приложений, которые отнимают наше время, которое мы могли бы потратить на что-то полезное. Если верить ученым, мы отвлекаемся от дела на приложение каждые 3,5 минуты. А чтобы полностью вернуть внимание, мозгу необходимо более 25 минут. А теперь представьте, как изменилась бы ваша жизнь, если бы в ней не было отвлекающего контента. Сфера — это масштабный стартап-проект, созданный помогать людям, которые хотят реализовать себя. Это глобальное приложение, включающее в себя много простых приложений, которые будут помогать нам во всех сферах жизни. Таких как работа, личная жизнь или хобби, например, спорт или искусство. Большинство социальных сетей, к сожалению, не заинтересованы в нашем развитии, а скорее наоборот, заставляют нас меньше думать. Тебе нужен такой контент? Для продвижения полезного контента. Сейчас этот глобальный проект привлекает все больше внимания СМИ. Следить за его ростом можно, перейдя по ссылке в описании, подписавшись на YouTube-канал. Лично я за полезный контент. А ты? Thank you.
спасибо огромное. Слава, что ты сделал! Какая туча. У нас минут 10 на локацию. Очень быстро стараемся все настраивать. И посмотрите, это очень жестко. Давайте, вот реально, в первый раз у меня такая большая организация видео, подключено больше 30 людей. Я думаю, это достойно хотя бы лайка. Это все, что от вас нужно.
сейчас будет жестко вообще. Давай, еще! Ночью уснуть не могу никак, и пришла я на тихну, чтобы найти тебя снова тут. Танцы твои как год назад, но я знаки уже не мои, уже знакомы не будут. Ты же был лишь моим, лишь моим, и мы вместе мечтали купить что-то в Кузнецком мосту. Ты же был лишь моим, лишь моим, и лоба сыграет для вас, а я слезы еле держу, плачу. Колбас. А, это ты притворяешься учеником? Да. Да, блин, ты только догнал, что ли? Хорошо, давай. Аккуратнее, смотри, гитара. Вообще, да, правда, дорогая. Давай, я вот тебя научу, допустим, восьмиклассницу, да? Цой, конечно, Цой, да. Вот. Это вот самые простейшие аккорды. Пустынная улица вдвоем, с тобой куда-то мы идем, и я курю, а ты конфетки ешь. И светят фонари давно, ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову Кабак, конечно. Восьмиклассница. А где? Он испарился. Блин, будем надеяться, что нам сейчас дадут добро. Вы не понимаете, не представляете, как тяжело просто банально подрубить звук какому-либо объекту, потому что все максимально против нас. Нас отключили, нам не дали дальше записывать. Все, нас отключили от света, даже деньги, мы предлагали деньги. А что сказали-то? Нет. Какой-то южный человек. Ребята, вот столько мы заработали за 30 минут. Мы смогли заработать своими талантами денежек, так сказать. И сейчас я, можно? Да. Я пойду отдавать это тому, кто нам разрешил подпитаться от всего этого. Да. Короче, проблема в том, что никто нам не разрешает подпитаться вот все эти оборудования. Да, ну бросьте там. Да, да, нам не нужно. Спасибо большое. Пожалуйста. Все, удачи, процветания. Спасибо. Вот, делаем доброе дело. Все, что наиграли, отдали. Ставь лайк, да, если ты смотришь это видео. Ребята, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте, на канале у Тимы Мацони вышла коллаборация со мной. Смотрите. А также третья часть с преподавателями скоро будет. Я ее готовлю. Надеемся на вашу поддержку в виде лайков и приятных комментариев, потому что для нас это очень важно в продвижении дальнейшей нашей деятельности. Ребятки, если мы сделаем на этом ролике 350 тысяч лайков, то выпустим нежданно-негаданно сразу же вторую часть «Кто сколько заработает», которая будет еще лучше. Вот, подписывайтесь вот на канал. Видосы следующие. Прости, я тебя закрою, наверное, видосы. Меня всем тоже. Спасибо. Пока. Пока. До новых встреч.